Apocalypse. Всем сочное настроение, с вами Санфокс. И сейчас я предложил проходить Cuphead. Давно уже не выходило видео по этой игре, но сейчас я продолжаю проходить ее. Мы остановились вот на этих вот лягушках. Давайте на обычной сложности их завалим. Я немного потренировался в этой игре. Теперь более-менее как бы знаю, что, как все делать. Вот так делаем. Заново давайте. Так. Да, блин, что он сначала этот... Этот худой, этот коричневый... Мышонок. Это вот так одновременно. Бьем, и он нас бьет. Что вполне логично. Ведь мух гасить, или что это такое, блин? Да, у меня дымовая бомбочка, как вы видите. А? Что ты сделаешь? Не, ну вот эти две стадии, это изи. О, это что было? Мне 5 карточек сортировать. Сейчас он покатится. Покатится и... Бах, игровой автомат. Давайте. Что там? Монета. 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 Так. Что у нас выпадает? О, это самое легкое. Кстати. Оп. Просто прыгает. Оп, оп, оп. Ап, блин, что за дичь какая-то. Оно там все реже и реже. Все чаще и чаще, блин. Мне кажется, это положено. Это тигр. О, нет. Это дичь. Ой, ёшкин кот. Блин! Так. Осталось, смотрите, сколько там оставалось. Господи. Вы видели. Так, тараканов вносим. Это больше на тараканов псы похоже. Это легкая атака. Блин, это что было? На! Ну что за... Оп! Оп! И чё? Что? А что там кидает, кстати? Что это такое? Что за планеты? Да, вот это вот летающая сейчас. Что это такое? Что планета? Ну давай, Кати. Бабах свою монету. Еще свою монету бабаха. Вот так. Два хп. Так. Давайте. Это быки. Так. Монета! Монета! Зачем я туда попёр? Так, чё?
у нас упадает? Ой, ты знал, что ящерица или змея. Есть! Нокаут! Я прошел это, да. Ну, это довольно так легко было. Я потренировался в этой игре. Ну, так уж и сложно-то было. Ну, так средненько, так скажем. Вон СС1, СС2, ранг минус С, С с минусом, то есть. Ну, без разницы. Ну, это 3 с минусом, я бы сказал. Нормально. Все блогеры так проходят. Или на Б с минусом они проходят. На выше на С тоже. Все, контроль. Забрали и все, поехали дальше. Что-то там нужно говорить. Ну, мы в прошлой серии говорили, что да. Это уж было. Так. Смотрите. Я еще вот это не прошел. Так. Овощи я прошел. Что это? Купили гранды? А, это, по-моему, это. Чё, Луи, чё? А, вот это. Это изи. Это самый первый босс, как считается, но я его с первого раза сюда прохожу. Знаешь, первый раз, когда я играл в эту игру, я прошел его, ну, сразу 10-го где-то. Вот она простой сложности. На обычной даже простой. Опа. Убили. Убили. Блин. Что за... Апочки. Опчики, опчики, давай. Ой. Я ж икнул. Опа. Да. Короче, так стоим. Сейчас он вот так делает. Опять стоим. Вот с этой стороны вот так делаем. Чё? Апочки. Опачки. Отсюда. Да как мне его убить? Оп. Да как? Ну, как мне тебя убить? Ты что, живой, а? Да, нокаут. Ну ты ж говорю, с первого раза это прохожу. Прошел. Даже на обычной сложности. Но... Че он хочет меня вместе с собой убить? Нормально вообще. Он же убит, типа. И еще хочется меня убить. Нормально. Так, ну давай прыгай уже, часики. Так, все, сделаем мы его. Великий слизин. Все. Так. Давай, что ты скажешь? Что такое, хотите лететь, завалить, как я? А? Пока не увидите чертежи, в кабину не ногу. Короче, чертежи. Я тут все примерно знаю. Икс стреляет вот такими пульками, пульчиками. В особенная дополнительная атака, ну тут она не высвечивается, просто рисуночек. Прикольная атака. Варьировать это вот так вот. На Z нажимать. Вот, короче, вот. Надо бесконечно продолжать. Блин, на. Уменьшение. Эти... Удерживать shift, вот. Типа удерживаешь shift. Можно еще C удерживать. Ну и вот. Типа уворотливость увеличивается.
такой нежный самолетик. Сынок. Там босс какой-то будет. Ну там, наверное. По-моему, да. Да, тут босяры. Серотониновый цепелин. Хильдебер, чё? Ну ничего. Цепелин. Просто цепелин. Давай уже песочные часы чуть-чуть. О, это. Держа было. Кошечка. А чё так быстро? Чё? О, бык. Бык. Оп. Изи. Чё? Ничего. О, розовая нужно. Варьировать. Ты чё? Блин, самый последний момент. Вот там зеленая еще штука. Видели? Торнадо! Есть. Сейчас будет второй знак зодиака. Там будет телец, типа, там будет... блин. Ах ты ж хитрый. Ты давай. О, близнецы у нас. Давай, близнецы. Близнецы! Вот за это я и люблю. Вот способность. Кукушка. Ну там полетела. Опять кукушка. Близнецы они легкие. Очень легкие. Вот это вот вообще есть. Блин! Смотрите, почти до последней фазы дошел. Типа облака. Ну что? Ау. Так. Вот это уже не пойдет. Давай. Давайте попробуем что-нибудь парировать объекты. Вот она, вот она. Блин, а что-то не дошло получается. Так. Она сдувается. И... телец. Телец. Бабав. Нажму розовый, кстати. Парируется. О, розовый. Но опять слишком далеко. Больше. Ну там могла бы розовый выскочить. Давай держать. Торнадо! Торнадо спасит. Земля. Вот это сделаю. Я чё так вверх-то? Блин, стрелец. О, господи, звёздочка. Что за звёздочка? Звёздочка какая-то. Так. А-за-за. Так, ну шпат-то. Звёздочка. Баба. Звёздочка. Ох, хорошо. 3 хп. Торнадо. О, оружие какашечка парировало ее. Что это такое? Полумесяц! Что за полумесяц? Вот. На поносте! Блин, что это? О, НЛО! НЛО, блин! А, что за дичь? Не створится. Дичь какая-то. Нокаут! С третьего раза. Смотрите, как легко-то. Апхэд. Бонусу за 3 вообще. О! А что, а где там еще надо было парировать? Без плюса. 4 с плюсом, нормально. Так, лестница. Контракт на душку. Давай.
Дальше пошли. Давайте вот этот вот Run and Gun уровень пройдем. Что здесь такого будет-то? Интересненько. Давай. Here goes. Что лагает? Все. Жучара. О, Вуди, вот Пейкер, вообще здрасте. Давно не виделись. Со времен моего детства. Парируем. Да, достал. Монетки. Бабах. А! Да почему? Так. А, жук. Что за жук? Майский. На. Я в прошлой серии это записывал или нет? По-моему, нет. Я говорю, что нет. Неделя-то прошла. Давай, жук. Убираю жук. Так. И вот так его добиваем. Опять степеньки. Так, один там остался, смотрите. С картофелем, носом, блин. Все, добили. Два пенька, тебе один пенек. На. Те жуки, блин, мешают. Ты давай, добиваем его. Ой, я не ожидал. А почему-то, почему одна хп? И где-то еще что и ранился? Чё? Чё за... Где я еще ударялся? Вот, напишите в комментариях. На каком моменте там время напишите. О! Иди отсюда. И ты тоже. Ух, чуть не упал, смотрите. Тогда последнюю свою хпшку потеряла, все. Конец тебе, капхэд, все. Оп. Оп. Иди отсюда. О, мушечка, мушка. Чё? Ты, кто ты? Кто бы ты ни был, зачем ты его подбил? Он же мне помогает, ну чё-то. Он всё против меня. Эх, жаль. Бабах, бабах. Нет! Проиграл. Кто позвал? Где на наше дерево? Здесь рады только член клуба, не видишь раз. Знаешь... Опять! Эти ведьмы. Выходи. А, вот где я ударился. Да. Вот именно на этом моменте. Вот именно и на этом же месте. Опять же. Тут какая-то пропасть слишком широкая. Какой-то подвох, блин. Наверное, шифтовать надо. Сейчас. Повторим. Ретрай сделаем. И будем шифтовать перед каждой пропастью, чтобы что не случилось. Вот. Стопудово я через все пропасти проскочу. Да, вот именно на этом моменте вот. Или на этом, я не помню, как же. Давайте. А. Запрыгнул. Чешку голову, ты с ума сошел. Запрыгнул. Самоубийца, блин. Слим остался. У этого нос трясется. А. Нужно было... Пэри сделать, пэри утконос. Испарировать. Сука, не понял. Оп. Азов. Так. Жук.
чувака прибивают. Это монетка. Которую вообще легко достать. Давай. Жук! Вы видели. Это что? Мне чудом повезло. А! Опять этот жук! Вы только что видели, как я ударился? Вот я просто сюда заскочил и ударился. Что за дичь? Там вроде пулик не было никаких, ничего не было. А! Есть. Успел. С одним хп. Так бы я проиграл. А, блин, я пропал. А, нет, я не пропал. Я думаю, что сейчас все. Оп. А, жук. Что ты можешь делать? А, ты... Мужики. С дебильной рынки, с дебильными снарядами. Дебильные жуки. Вообще. Оп. 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 Видели, как я... О! Блин, надо было... До появления... Того... Того, этого, короче. До появления комарика. Так. Давай парируем жука. На всякий случай, не знаю зачем. Но мы его парируем. Еще давай парируем жука. Это чтобы монету собрать. Учить их жуков. Это первая часть такая легкая. Я просто бы не представлял, как бы выглядело вот этого бы все. Да и весь уровень раннем ганов такой вот был. Но он был вообще. Блин, последний минут. Жук! Тревога. Оп, успел. Иди отсюда. Оп. 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 Видели, как я ловко вообще? Я вообще проф в этой игре. В скобочках нет. Я на самом деле не могу. Вот, смотрите, какая у меня идея. Давайте шустанем через этот грюк. То есть, фу, этот пенек. Жучара. Вот так шустанем и добьем его сзади. Гениально. И когда эти жуки закончатся? Он тут бесконечно что? Да, как майские жуки в мае. Ну, на то не маски, чё. Ну, это и есть маски, чё. Типа, мать. Вообще, вылет. Ну, зачем это вообще, если я прохожу игру? Чё? Так, давай. А! Ну, как этих жуков убрать? Блин. Опять одна хп осталась. Опять комар куда-то делся. Давай заново. Комар. И... Ну и комаров просто. А! Блин. Давайте что-нибудь другое попроходим. Что-нибудь поинтереснее. То, что можно пройти. Но не эту дичь. Как ее можно назвать? Топорик. О, там монеточка, видите? Смотрите, золотая монетка. Ничего не видите, да? Что ты скажешь? Нашел, ставился, а? На моську? Это не я вина, я был. Занят, отбивался от должников, и теперь вызвал копить деньги, чтобы восстановить кругу. Так что помоги мне. Нужно, чтобы ты не разорил короля жребия. Ну, тоже, типа,
против этого Гриндайса, ну и дьявола. Так. Гость дико кэгнится, точно ярость, что? Давайте. Сначала обычную сложность. Ну, прямо цветочек, наверное, будет. Как там цветочки? Вот цветочек! Ничего себе своя. Музыка прикольная. Что за дети? Что это за... Что это за гости? А! Что за чужие лазят отсюда? А! На морковке! Что? Что за дети? Ты что делаешь, а, цветок? Цветок, ты нормальный? Ты больной? Цветы так не должны делать. О, на ту наткнулся, есть. Цветочек такой миленький вначале и... Вот это, начинается. Пэм-пэм-пэм, такой танцует. Вот эту музычку вообще. Не, синяя. Как я знаю, синяя это... Да, это синяя, это вот это пускает. Фиолетовая, по-моему, это. Красная, по-моему, это. Велико, что-то я путаю. Баба! А-а-а! Вернулся. Можно было вот сюда вот встать, кстати. Он бы не достал. А-а-а! Что еще? А-а-а! А-а-а! Что за дичь? Да это сложно. Мне кажется, это в первом мире самый сложный босс сказал. Я вроде всех как бы босс. О! Там из-под ног это выскочило. Мелочь. Зубастая. И... Давай, вот это, бумеранг. О, давай. Блин. Можно было так сделать. Бумеранг на всю эту ночь. Бабах. 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 Азаз. Вот это надо застрелить. Вот это вот. Вот, да. Там бумеранг по мне попал. Это дичь. Опять там выскочила эта летающая семечка. Летающая семечка, бросающая розовые семечки. Ну ладно. Так. Фиолетовые штуки. А, это вот это просто. Так. Морковки, морковки или что-то. Пучка на плод какие-то. На, блин. Лучи. А. Ого. О! Это что было? Что с цветком? Ты что взбесился, а? Что это было? Вот сейчас, прям в конце. Где я сдох? А. Так. На бумеранге мне. Оп. Так. Из синих вот это вырастает. Вот опять это. Опять это. Оно это. Идите. О! Морковки, я их не заметил. Надо было вверх стрелять. Морковочки! И бумеранг еще. И дальше вообще. Идите. Оп. Вот уже, смотрите. Теперь стреляет. Так. Давайте разбираться с этим. Это дичь. Давай. Супер цветок! Опять цветок взбесился, вы видели. Я почти до конца дошел. До цветочка взбесился, это вообще. Так, меняем наружку. Вот, давай отсюда. Вот.
Бумеранги, кстати, много урона наносят. Ну я бы самонаводку бы. Да, я бы самонаводку. Ох. Ох. А-за-за. Что ты сделаешь? Идите. Вот сюда. Бумеранг. Морковка. Да, увернулся. Чудом прям. Я не знал, что могу так уворачиваться. Так. Растет вот это. Вот это опять растет. О, супер цветочка. Что это за дичь? Господи. Что за дичь? А-ха-ха-ха-ха. Я вниз. Сформальное пыление, то там вообще не будет. Блин, цветок. Если обычно попробовать оружие. Чё, изменится чуть. Ага, ну ведь хоть фиг стрельнёшь. Оп, сверху. Так, вот это вот подстрелило. На, на, на. Обычно на ужин. Синие пульки. И синяя штука новая растает. Идите. Кнопка ёжка. Оп. Это всё так ёжка. О. Всё так кнопка ёжка вообще. Так. О, я не заметил её. А, цветок ёжка, чё ты? Блин, он бумеранг. Надо его ещё продолжаться. А, что это сила? Что это? Раз-раз-раз, это хардбас. Все спортивку ходит раз. И на Найке пацаны слушаем хардбас басы. Этот стайл любимый, ждем все в ритме колбасы. 150 ударов тут, пацаны спортивка ждут. Это школа колбасы, веселее пацаны. Раз-раз-раз, это хардбас. Все спортивку ходит раз. И на Найке пацаны слушаем хардбас басы. Этот стайл любимый, ждем все в ритме колбасы. 150 ударов. Пацаны, спортивка жгут. Школа танцев учит вас. Правильный песный хардбас. В клубе до утра топтать. О, взбесился цветочек. Взбесился. Ой, я провалился. Нормально. Попробуем это сделать. Поносливый. Ау. Больно. Ау, больно. Вот сейчас нужно бокс с цветочками. Вот как-то я подпрыгивал на него. Надо вот на него подпрыгнуть как-то. Я не знаю как, но надо подпрыгнуть на него. Каким-то образом он зависал в цветочке и танцевал все это время. Я его добивал так. Да, он танцевал, без конца. Ой.
лучше давать последний раз. Как я обещал. Я помню, так и говорил. Начинает все механические штуки. Все, я могу сказать. Морковочки. Бумеранг. Ой, цветочек. О, взбесился цветочек. Может быть, у меня цветочек. Какой он бедненький. Это я бедненький. Ау. Да, нокаут! Ну, кстати, с минусом нормально. Ну, мы прошли, наверное, этот мир. Первую главу. Получается, да. О, да, пришел. А теперь можно монету взять. Так. Да, теперь можно монету взять. Потому что этот топорик отодвинулся. Как бы. А. Да, я еще хочу суперспособность получить. Сейчас. Забабахаю суперспособность. Я определенно знаю, что там какая-то суперспособность, не помню именно какая, но вот здесь суперспособность, где рыба рыбачит. Да. Рыба рыбачит, нормально. Бум-бум-бум-бум. Это так танцует. Давайте танцуем. Ну разве не прелесть? Похоже, ты разобрался с должниками. А где суперспособность? А, ну я читал уже в Википедии, что это баг такой. Так, давайте опять попробуем сейчас зайти туда же. Что за дичь? Почему так? Может, я с рыбой поговорю? Духи прочие, погодите, мне надо... Забрасываешь, парируешь, уж легко, аж поступать с призрами, но дорогу пытаться убить твою... Короче, испугать рыбу, рыба рыбачить. Понятно. Ну, нормально. Наконец-то нету этого. Оп, одного, оп, второго. Я парированием их уничтожаю. Да? Тут в них стрелять не надо. Вот как вы видите, короче. Вот. О! Блин! Раз, 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 это хардбас. Все в спортивку ходит раз. И на Найке пацаны слушают хардбас басы. Этот стайл любимый, ждем все в ритме колбасы. 150 ударов тут, пацаны, спортивка ждут. Это школа колбасы. Чё за... Вот как до него я должен был достать вообще. Я почти все прошел. Штанишки потянутся. И герой, блин. Он, так, вот это делает. Это дичь делает. Да. 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 Сразу прям два. Так, этот. Это вообще вот так делаем. Вот так. Вот так.
Опять. Так, так. Блин, хотел и того подряд тоже. Шлепнуть. Нет. Да. Здесь я почти победил. О, мелкий. Да. Где-то. Визрак. Опять ненавижу. И с них шляпки падают. Победа, да. Что за бред? Я не хочу вот... Я хочу быстрее на суперку посмотреть. Только мы это сделаем уже в следующей серии. Способность. Так, давай быстрее. Shift. Ты чё? Козы по ней клавишь. Господи. Он еще не отвечает. Так. Все. Выбрали. Выбрали. Веселый таракан, я бегу, 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 я веселый таракан. Короче, Чернильный остров. Дом костей. Ну, чё, долго ещё? Загрузить долго будет, что? Да, всё. Всё, welcome. А где? А где Дайс? Да, где Кинг Дайс? А, вот босяра. Вот. Ну и... Да, вот это. Вот это. Ну, вот и мы проходить их будем в следующей серии. А пока на этом наш выпуск подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Надеюсь, подняло вам настроение. И надеюсь, сама игра вам понравилась. Всем пока-пока и удачи!